Идея создавать мультфильмы собственными руками у Михаила Тихонова возникла случайно. Многодетный отец просто решил разнообразить обычный семейный досуг и добавить в игры с детьми что-то более полезное, чем просто развлечение. Можно же придумать сюжет и разыграть с теми же куклами сюжет полноценный, где есть начало, развитие, конец, финал. И думаю, так еще это можно все снять. Вот. Ну и стал уже все это воплощать в действие. Первый сюжет был незамысловатый, но с опытом мультфильмы стали более осмысленные и интересные. Свои работы Михаил выкладывал в интернет, и уже скоро они привлекли внимание других родителей. Такой масштабный мастер-класс у многодетного отца впервые. Сотрудники центральной библиотеки, где приоритетной задачей является создание творческого досуга, с удовольствием пригласили Михаила поделиться знаниями с юными читателями. Чем больше ребята делают творческих работ, чем больше они рисуют, тем больше они размышляют, чем больше они, включают свою фантазию, тем больше у них они сами себя развивают. И, соответственно, одно дело, конечно, Михаил прав, уткнуться в телефон, другое дело создать что-то своими руками. Процесс создания мультфильма несложный, но очень увлекательный. Сначала ребята нарисовали сцены на обычной бумаге, простыми цветными карандашами. Затем записали закадровый голос. Финальная часть – все отфотографировать и смонтировать. Эту работу взял на себя руководитель студии. Я сам получаю от этого огромное удовольствие. Мне нравится делать мультики. И вся прелесть этих мультиков именно в том, что рисуют дети. Вот, у них рисунки детские, простые, корявые, смешные. Голоса у них простые, корявые, смешные. Вот, и в финале в мультике это выглядит очень мило. Один мультфильм длится порядка минуты. Его создание занимает несколько часов. Мне понравилось, что мы рисовали. Что ты нарисовал, расскажи. Я нарисовал мультик. Я бы хотела бы этот опыт повторить, потому что хочу пойти дальше учиться на актера или куда-то. Творческую специальность. Сейчас в коллекции Михаила около 30 картин, и на этом руководитель студии свой мультфильм останавливаться не намерен. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.